Бюро находок ищет. Водительское удостоверение Шафикова Ильдара Файзидиновича утеряно 15 июля, возможно, в районе ТЦ «Эластик», обещанного вознаграждения. Универсальный ключ от автомобиля Kia утерян 24 июля в такси ВАЗ-12 модели серого цвета при поездке от Менделеева 26Б до ТЦ «Эссен», обещанного вознаграждения. Паспорт, медкнижку, страховое свидетельство и медполис Садриевой Гузель Габдельсаматовны утеряны в районе ТЦ «Хаял» по Гагарина, обещанного вознаграждения. Сотовый телефон Fly белого цвета в цветном чехле утерян 2 июля, возможно, в автобусе номер 5 или у ТЦ «Эластик». Пропуск ООО НКНХ Факеева Андрея Николаевича утерян 19 июля, обещанного вознаграждения. Бюро находок располагается по адресу Химиков 64А, телефон 42-33-33, мы ждем вас по будням. Бюро находок имеется. Собака порода овчарка, девочка с черным кожаным ошейником и черно-красным поводком, найдена 24 июля в районе коттеджа в 36-м микрорайоне. Страховое свидетельство Поповой Полины Алексеевны.